Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве Huawei P40 Lite 5G очистить историю браузера. В первую очередь открываем браузер, затем нажимаем здесь в правом верхнем углу, переходим в раздел закладки «История», затем «История» и нажимаем «Удалить». И история очищена. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.